Сегодня мы собрались завести некоторые продукты в приют, в питомник. Не питомник, а приют. Там на сегодняшний день находится 168 собак взрослых и 8 или 10 щенков маленьких. Мы звонили, узнавали, что им надо. Очень просили крупу, хлеб. И если возможно, или какие-то мясные отходы, или ливерную колбаску, или печеночную колбаску, потому что они всегда готовят кашу. Там невозможно накормить их всех чем-то вкуснее, но они готовят кашу, и нужно какой-то компонент, чтобы не очень она была совсем уж постная каша. Мы решили взять на эти деньги, что нам сбрасывали, мы решили взять колбаску печеночную и ливерку. Она очень хорошо разваривается в каше, и вкусная, и дешевле, чем копченая. Конечно, копчености не возьмешь, потому что это очень дорого, а это мы себе позволили. Вот такая колбаска мы взяли. Вот. Здесь она упакованная. Вот. Все эти пакетики колбаски. И мешочек хлеба взяли. Взяли у них крупа, на сегодняшний день немножечко есть. А если надо, будет еще.
Спасибо.